тупой. Ты очень тупой. Смотри, какой тупой. Всем хай, с вами Юджин, и я чертовски расстроен своими прошлыми попытками поймать Бигфута. Как-то он меня просто вот так вот все разы, ничего не получалось. Я даже дроном аккуратно летал, выслеживал его за всякими непристойными делами, за березкой, но ничего не помогло. Он просто всегда находил способ меня обхитрить. И я подумал, что этот Бигфут стал слишком умным. И у него, возможно, уже 4 мозга. Это значит, что мне нужно 4 мозга, но у меня только один, и то половинка. Поэтому я решил поиграть сегодня в кооператив. Как обычно, все запороли свои лобби. Я никуда не смогу попасть. Придется создать свое лобби. Help me capture Bigfoot, because I can't do it myself, please. Есть Рос Лейк, а есть Глейсер Бэй. О! Быстро! Есть Кинг Хэджаб. Это король жаб, а жаба это наш новый талисман, как вы знаете. Талисман канала. Ждем дальше. О нет, он вышел. Ой, как будто бы там у него много вариантов. Там все лобби закрыты. Возвращайся, Хэджаб. На коленях приползет. Кихаджап! Ха-ха! Я так и знал. Хочет частички славы получить благодаря мне, моей охоте. А в жопу, давайте начнем просто играть. Я думаю, мы и так хорошо справимся. Вдвоем. Случалось ли с вами такое? Всю ночь отрываетесь с роскошным ноутбуком, а проснувшись, понимаете, какую ужасную ошибку совершили? Да! Не разрешайте своему сыну-геймеру долго играть за старым компьютером лишь потому, что он нубит в играх и позорит честь семьи? Да! Нет собственного игрового ноутбука, поэтому вам приходится не играть в игры, а работать ведущим телемагазина. Да. Тогда мощный игровой ноутбук HP Pavilion Gaming 15DK0076UR специально для вас. Вы только взгляните на его параметры. Уверен, его мощнейший 4-ядерный процессор Intel Core i5 9-го поколения и крутая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 не оставят вас равнодушными. Не верите мне? Спросите наших довольных покупателей. Мне так надоело, что моя старая клавиатура не имеет подсветки, но теперь, благодаря ноутбуку HP Pavilion Gaming и его красивой подсветке клавиатуры, мне больше не нужен фонарик. Мне никогда не нравилось сидеть за компом. Не знаю, как вам, но лично я всегда мечтал сидеть и играть за ним. А из-за моего старого лагающего калькулятора я просто сидел. Но ноутбук HP Pavilion Gaming помог мне. Лучшее приобретение. Как видите, все в восторге от игрового ноутбука HP Pavilion Gaming 15DK0076UR. Чего же вы ждете? Переходите на сайт Эльдорадо по ссылке в описании и приобретайте ноутбук HP Pavilion и другие товары со скидкой и в рассрочку. Скажи старой технике «прощай». Мы прилетели сюда на вертолете. Приветствуем друг друга. Я кланяюсь тебе, ваше величество. Походу, здесь нету чата голосового. Это будет неловкая такая охота, знаете, в таком неловком молчании. А вот и клетка, специально для Бигфута. Где ты взял нож? Вот он. Резать! Убивай! Убивай! Пай, почему ты его не атакуешь? Почему ты не атакуешь? Да блин, бежим отсюда! Сраку мне, блин! Всеми своими когтями. Не смей, медведюшка. Убей его. Почему он на меня охотится? Режь его. Кинг Хэджаб. Вовремя. А, боже мой. Да какого хрена ты делаешь? Резануть тебя. Лечи меня. Он тупой. Ты очень тупой. Смотри, какой тупой. Тварь, а. Нажми, блин, лечить меня. А, у меня нет аптечки. Сорян. А тебе сраный мишка. Блин, куда побежал? Окей, идем за ним. I know how to chat. Но, тем не менее, это ты написать смог. Он тупой. Ты очень тупой. Так, я знаю, как чатиться. Это был Enter. Окей, молодец. Додумался. Пойдем, хорошо, идем. Смотрите. Ага. Он, кажется, знает. Кажется, Кинг Хэджаб все знает. Берем, забираем. Забираем, берем. Возьми две камеры, сказал он мне. Да, и ваше величество, хорошо, приказывай мне дальше. О, аптечка! Все, наконец-то. Чувак, мне холодно. Так, палочка добавь, зажгли. О, стало ли тебе теплее? О, да. О, ружье, вот же оно. Пойдем надирать задницы. Давай я дрона заюзаю. Есть. Так, я что-то ничего не вижу. Кажется, в этом лесу нету Бигфута. Пойдемте посмотрим, что наш друг делает. Смотрите, я маньячина с дроном. Я как в зловещих мертвецах, демон.
Я пойду размещу несколько камер. Слышите? О, я слышу, это чувак. Это был он? Да, я вытаскиваю свою пушку. Я тоже. Давайте поставим камеру. Одна здесь. А ты знаешь, как положить мясо в ловушку и спрятать ее? Да, одну секунду. Страшно. Просто пипец. Ладненько. Вот здесь можно еще одну камеру впихнуть. Все, я поставил камеры, давайте уходить. Где ловушка? Оу, надо поставить одну. Может быть, перед дверью? Да. Смотрите, как аккуратно он несет эту штуку. Тяжелая, судя по всему. Нет, 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 зайди внутрь и потом ставь. Смотри, как профессионал работает. Не работает. Вот так. Бигфут! Бигфут! Попался! Нет! Черт! Убить! Мы его отымели. Что это было? Это был он. О, кровь. Это твоя кровь? Нет, и не моя. Давай еще раз это сделаем. Что это? Что это? Это странные басы, слышал, как будто шаги. А, что это? Холодно! Фу, еще раз поставим. Вот. Что это? Оно случайно застряло в моих руках, нет? Вот, нормально. Так, ложить мясо, замаскировать. Да идиот! Ты что ты делаешь? Я не видел эту штуку. Зайди внутрь. Помни, ты не Бигфут. Не наступай на наши капканы. Я пойду наберу немного палок, но я могу не вернуться. Я принес палочки. А, да, давай, поиграем. Это очень романтично. Я умру в любом случае. Не говори так. Мы защитим друг друга. Но однажды нам придется выйти. Куда он стреляет? Кого? Это был волк. Ты меня до усрачки напугал. Мне надо идти искать мясо. Иди за мясом. Я тоже пойду. Удачи. Красивое небо. Хорошо, куда мы можем с вами пойти? Давайте в ту сторону, что ли. Ой, как стрёмно. Во-первых, побольше палочек, конечно же. Там волчья стая. Что, волчья стая? Беги или присоединись к ним. Я иду к тебе. Черт, они нашли меня. Где? Они... О, блин. А! Бить! Сражаться! Его пинают! О май гад! Давай, бить! Он запинает! Нет, он схватил меня, швырнул. Фух, неожиданно как. Пошли, нам нужны припасы. Остановись на секунду. Что? Я слышал рык. Что значит, ты слышал рык? Кинг Джаба? Я ничего не слышал. Тебе показалось. Так обычно в фильмах ужасов и говорят. Никто никогда не верит героям. О, здесь. Смотри на небо, вау. Да, очень романтично. Но это не свидание. Смотри. Да, да, да. Аптечка и капкан. Пойдем еще найдем. Я вижу йети, стреляй. Где? Волк! А, это лиса. Это малыш. Пусть живет. А, что это? Что происходит? Я убил енота. Добывай его мясо. А я вижу оленя. Я убил оленя. Вот так немножечко по нему побью. Все, мясо есть. Помоги! Что с ним происходит? Что? Я, блин, видел, как он ускорялся на меня. Давай двигаться. Оу! Нет, там нельзя. Туда нам совсем нельзя. Здесь пройдем. Не рыбачить. Окей, мы не будем рыбачить. Камера его засекла. Нет, всего лишь волк. Может быть, нам лучше вернуться? Нет, нам нужно больше барахла. Я мерзну. Все, мы сейчас погреемся и пойдем дальше. Сколько у тебя патронов? 8 патронов. 6, этого мало. Окей, пошли дальше. О, да! Нет, 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 нет! Его пнули! Бегом! А-а-а. Нет, нет! А-а-а. Просто сложили меня. Нет, ой, боже мой, как больно под их. Убей его. Я зацепил трекер. Мне не с чем сражаться. Мне нужна аптечка. Мне тоже. Давай разделимся. Я проверю камеры. Ты можешь видеть его на карте. Я слышу медведя, осторожней. Сейчас заканчивается дорога, и мы, кажется, сможем найти здесь что-то. Вот, вышка. Сигналь, все. Все, что здесь есть, блин. Мне нужна подмога, срочно. Иду. Все, что могу, это пырнуть его ножом. Я поставлю камеру здесь. Я здесь. Свет выключай. Может быть, мне использовать дрона? Конечно, да. Где он? Я не слышу нигде.
Ой, принеси дрона сюда. Я сломал его. Я слышу, как он дышит. Я ничего не слышу. Надо забрать дрон. Где-то он вот где-то был здесь. Он сломал дрон, не ты. Да, точно, не я. Ты прав, мне нужны патроны и аптечки. Ой, как опасно здесь мне одному сейчас ходить. Ой, как я рискую. Срочно согреться. Я пойду в лагерь. Хорошо, встретимся там. Не забудь, у нас там ловушка возле двери. Йетти приходил. И он сдох. Йетти убил его. Он идет за мной, посмотрите. А, нет, нет. Да, ты умираешь. О, боже мой, мы сможем хотя бы пообщаться с ним? Все, нет, навсегда, мы навсегда простились с Джабой и Хатом, или как там его зовут, или помню. Кооператив — это круто, надо только голосом, с голосом гораздо лучше будет. Может, кого-нибудь позвать поохотиться со мной в следующий раз? Как вы думаете, кого можно позвать? Пишите в комментах. Ну, а на этом мы с вами закончим, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Это был новый экспириенс для меня. И новая карта, и член команды появился. И член появился. И член команды появился. И член... О, да. Появился. Член команды появился. Член команды появился. Пился. Пился. Член появился. Пился. 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 Йетти по-прежнему не побежден. Значит, мы увидимся с ним еще раз. Реванш. 1000 лайков, если вам понравилось. И не забывайте, что у меня открылся телеграм-канал, где куча контента постится. Ссылка будет в описании. Также в описании будут ссылки на все другие соцсети, которые я юзаю. Заходите, подписывайтесь повсюду, потому что везде свой оригинальный и не очень разный контент, короче. Разное восприятие меня в разных соцсетях. Хотите меня воспринять по-разному? Заходите. Ссылки будут в описании. А также не забывайте подписываться на канал и, конечно же, жать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Подписывайтесь и становитесь доску своими. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!